Сегодня у меня такой чудесный и радостный день. Я забрала наконец-то свою доченьку Софию. Вот. И хочу поблагодарить роддом EMC за это прекрасное событие, за такое долгожданное событие для меня. Роды мои протекали превосходно. Принимал роды Навроцкий Виктор. Огромное ему спасибо за то, что прошло все гладко, замечательно. Чувствую я себя прекрасно, готова к новым свершениям и заботам. Также хочу поблагодарить Горбунова Андрея за его профессионализм, работу. И отдельно благодарность сказать Логиновой Ольге, которая вела всю мою беременность. И все мои 9 месяцев беременности были чудесными. Я приезжала в клинику EMC с радостью, как к себе домой, постоянно чувствуя какую-то такую доброту, искренность, доброжелательность от всех врачей. Также хотелось бы сказать отдельное спасибо послеродовому отделению, всему персоналу, в том числе там, тем, кто готовил еду, потому что пребывание было превосходным. Было все комфортно, удобно. По любой моей просьбе врачи приходили, акушеры тоже. В общем, все очень понравилось. Всем рекомендую. Обязательно приду еще раз в клинику. Спасибо огромное.